Сегодня я хочу рассказать вам про зеркала. Все очень часто произносят такое слово: это мое зеркало, мир отражает нас там и все остальное. Да? Давайте мы разберемся с этим вопросом, что это за зеркала, как это происходит и что с этим делать. Итак, у нас есть один человечек, и у нас есть второй человечек. И вот каждый живет по отдельности, все спокойно, все хорошо, и вы выходите куда-то, знакомитесь с кем-то, встречаетесь с кем-то, и вот здесь начинают происходить чудеса и взаимодействия. Мы стараемся передать для вас это схематично. Конечно, это выглядит объемнее, мощнее, но для начала хотя бы примерно понимать. Вот этот круг вокруг человека, да, это наше поле. У кого-то оно на уровне руки, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но это наша жизнь. И она реально находится именно вот в этом. У другого человека в этом. Неважно, какие размеры. И что происходит? Причем здесь эти зеркала? Давайте посмотрим. Человек, с которым вы встречаетесь, он проходил свой жизненный путь. Помните историю, как родился человечек, у него два бога, мама, папа, и он набирал всякие разные истории в своей жизни. Вот каждая история имела место записаться. Одна была добрая и хорошая, другая была болезненная и негативная. Третья была о природе. Еще какие-то истории были о войне. И множество вот этих маленьких историй и программ, которые записывались в ваше информационное поле, они так и находятся. Они находятся как бы в рюкзачке у вас. Да? Вы идете по жизни, и вдруг вас чик что-то колет. А чего колет, вы понять не можете. Вы встречаете человека, и почему-то он на вас один улыбается, а другой фыркает. И вы тоже не можете понять, почему с вами так. Но это не с вами так. Это вы так. Дело в том, что так же, как и тот человек напротив, вы однажды родились, и у вас тоже были боги. Вы стали двигаться своим путем и тоже набирать множество программ. Еще раз, что такое программа? Да? Это то, что имеет две стороны, хорошую и плохую. То, что вы оцениваете, ставите на весы. Все, что вы оцениваете, это программа. Так вот, вы точно так же собирали Вы точно так же собирали все разные истории. Сейчас, мне бы 6 рук, ну, двумя справлюсь. Вы их набрали. И вот когда вы встречаетесь с человеком, относительно его внешности, мимики, жеста, относительно ваших мыслях о каких-то историях и встречи с каким-либо объектом, из вашей памяти вдруг вот сюда, на экран вашей жизни, выходит одна из этих программ. И вы начинаете видеть через эту программу этого человека. У вас загорелась зеленая лампочка. Этот человек, он вообще не знает, что, чего и как. Но когда у вас горит зеленый свет, из его памяти сюда, на экран его жизни, переходит тоже зеленая лампочка. И у вас устанавливается это взаимодействие.
Ну, предположим, вы шли и предполагали встречу с этим человеком, и вы своими мыслями думали о нем что-то. Вы думали, хорошо получится или плохо, все думают все по-разному или нейтрально, как-то, но вы задавали уже перед встречей какую-то мысль. Вы не смогли ее уловить. Вы даже забыли те слова, которые вы произносили, когда предполагали эту встречу. И, возможно, какое-то из слов схватило какой-то негатив. И этот негатив вышел сюда. И вместо зеленого цвета вы видите цвет красный, агрессию. У этого человека в истории тоже есть этот цвет. И этот цвет быстренько отражается с его стороны. Вот так и работают зеркала. Но что интересно, как только вы измените в своих мыслях программу боли на здоровье, как только вы добавите сюда больше света, радости, добрых слов, возможности быть в мире, определите для себя, как я хочу быть в этом мире. И каждое ваше определение «я как хочу». Именно оно будет заполнять вот это внутреннее ваше пространство. Предположим, и вы его заполнили, что мир прекрасен, все люди добры, и этот мир, мир, да, в нем нет войны, в нем нет хаоса, боли, болезней, и вы это себе все переопределили. Вот что тогда происходит? Тогда без разницы, с кем вы встретитесь, пускай у него будет много разных мыслей, энергии или всего остального, вы всегда будете задавать вовне только, допустим, зеленый цвет. И в вашем пространстве, в вашей жизни будут встречаться люди, которые тоже будут показывать вам этот зеленый цвет. Они уйдут из вашего пространства, встретятся с другими, и так как у них есть немного там хаос и бардак, с другими они могут быть и агрессивными, и вредными, и любящими, любыми. Но с вами они будут только так, как вы определили для себя. Так. Как вы определили для себя, именно для себя? Почему? Еще раз. Если вы для себя определили краски жизни зелеными, вы будете встречать зеленые краски. Если вы приняли на веру хоть одну краску черную, и где-то она у вас в жизни или встречалась, или в книге вы читали, или по телевизору вы это видели, или слышали от соседей, родных, или неважно откуда, но она имеет место быть, то однажды она перейдет сюда и проявит этот черный в том, кто придет в ваше пространство. Поэтому переписывание программ как раз и дает возможность переписать черный на зеленый, переопределить свою жизнь так, как лучше для вас. И давать это переопределение в мир и встречать таких же, как вы. Зеркала всего лишь дают возможность вам привести себя в порядок.